Окей, всем привет, я наконец-то загубил тарелку пельмешей. Сори за задержку. Сегодня у нас будет сэмпай по Unreal. Игра очень хорошая, очень интересный спидран, очень техничный. Сложно сказать, насколько его интересно смотреть, не зная всех тонкостей, поэтому все тонкости мы сейчас рассмотрим. В зависимости от того, сколько будет оставаться времени, мы еще можем пробежаться по аддону, поскольку у нас сегодня технический сэмпай по Unreal Gold. Unreal Gold включает в себя аддоны в том числе. Вот. Поэтому начнем с важных вещей. В первую очередь вы хотите иметь либо Old Unreal Edition, либо Gold версию с GOG'а, если вы когда-либо решите ранить Unreal. С GOG'а версия вполне доступна, она на распродажах очень часто, стоит она в основном сущие копейки, там 75 рублей от силы. Вот. Ну или найти где-то вот эту Old Unreal версию, чтобы версия была 2.27i, вот здесь вот в уголочке можно видеть вот это вот. Это критичная версия. Критично, потому что почему-то, я не помню почему на самом деле. Сразу зайдем в Advanced опции, кое-что там надо вам сказать. Я не уверен, где оно именно находится. Ну, про кнопки я расскажу. Файл система, дисплей. Вот, настройки игры. Вот, no walking air falls. Финальная версия прохожу. Сам деле не уверен, у меня нет Steam версии. У меня вот это. Поэтому не могу сказать. Но эту версию довольно просто найти. По-моему, если загуглить. Игру, по-моему, можно скачать, где только не попадя. И на каком-то сайте вот прям вот эта версия лежит. Но, как я уже сказал, подойдет банальная версия с GOG'а. Или RIP-версия с GOG'а, в случае, если вы не хотите тратить деньги. Ну, в общем, о чем мы. Перед тем, как самый первый раз ранить игру, убедитесь, что у вас здесь должно быть Unreal и Return to Napoli. Return to Napoli — это дополнение. Убедитесь, что вы зайдете в него один раз перед тем, как будете ранить игру. Пропускаем все катсцены. Для чего? Если в первую зайти в нее, то у вас будет air control. То есть я в прыжке могу там заворачивать влево, вправо. Это на самом деле довольно критично для этой игры. Так, дайте мне настроить мышку. Ну, как-то так. Вот. Теперь air control будет работать во всей игре всегда. Это просто такая тонкость интересная. Ну и, собственно, давайте начинать. Сплиты у нас сейчас не более чем для самих себя. Самым первым трюком, который будем изучать, это safe hover. То есть специально сбоку у меня включен knockboard. Это вот эта вот штучка, которая отображает, какие кнопки я нажимаю. В первом уровне safe hover делается немножко иначе, чем на всех остальных. В принципе, что я делаю, давайте загрузимся, упадем. Я убираю кошку со стола. Нет, кошка. Кошка, нет. Ты сегодня тут не сидишь. Я зажимаю Shift, это ходьба. На E у меня сохранение, на Q у меня загрузка, то есть сохранили, загрузили. Я подпрыгиваю, сохраняюсь, я держу Shift. Но во время сохранения Shift держать не обязательно, но когда я загружаю, я держу Shift. Потому что если я его отпущу, я упаду. Держим Shift, загружаемся, подпрыгиваем. Повторить до победного. Это сложный такой метод safe hover, а на самом деле нам нужен только в этом уровне, потому что далее он работает куда проще. Другая вещь, которую надо стараться делать по ходу рана, это side dash. Сейчас мы выйдем на чуть более ровную поверхность. Например, сюда. Не, давайте в какой-нибудь другой. Я вам объясню всю суть дэшей. Дэшиться можно вперед, но после этого у вас есть небольшой, как
как бы такая пауза, когда, ну, она совсем незаметна, на самом деле она суммируется по ходу всего рана и дашится вперед, есть замедление в конце. А, но если вы дашитесь в бок, вы абсолютно не теряете скорость, мало того, можете делать такого рода движения. То есть я просто делаю дэш в бок во время ходьбы, регулярно прокручивая мышкой. Вот это важный элемент движения в игре, просто я его буду очень часто использовать. Просто имейте в виду. Здесь стукаем дверь об нас головой, активируем катсцену, и теперь мы можем спокойно побегать по этой комнате, собрать все аптечки, потому что иначе нас тут запирают, а собирать аптечку, вот видите, и выйти мы не можем. Но собирать аптечку в первую очередь, это, ну, не очень быстро. Все, теперь просто ждем здесь, пока дверь откроется. Все это делается банально, чтобы было здоровье. Убираем наше первое оружие и продолжаем наш путь вперед. Здесь делаем очередной сейфхайвер также. Стреляем в эту штуку, она открывается. И у нас заканчивается первый уровень. Подбираем оба фонарика, не фонарика, а сигнальных огня. Они нам пригодятся. Следуем по этому маршруту. Всегда, когда мы можем, мы должны пытаться дэшиться на холмик, чтобы нас закидывало вот так вперед. Заранее рекомендую поставить на колесике в одну сторону прыжок. Например, у меня вниз стоит прыжок. В другую сторону поставить смену предметов. Поскольку у меня сейчас только сигнальный огонек, то при прокрутке у меня он высвечивает очень много надписей Flare Selected. Я не хотел его там всирать, поэтому я загружусь. Сохранимся здесь, подбираем. Все, продолжаем. Для чего нам нужны флееры? Мы можем... В этой игре лифты работают таким образом, что если до момента остановки они встречают что-то под собой, они предполагают, что они не могут опуститься вниз и начинают подниматься. Сделаем сохранение, кидаем флеер туда, нажимаем кнопку и запрыгиваем на лифт. Давайте еще раз. Сходим. Иногда он может попасть и уничтожить... Флеер. Если не успеете, произойдет нечто подобное. Ну, естественно, если он в него попадет, то флеер уничтожится. Запрыгиваем наверх, выпрыгиваем до того, как лифт поднялся, чтобы нас немножко бустануло вперед. И сохраняемся, нажимаем кнопку. Прошу заметить, что теперь, когда я делаю сейфхавер, я только держу пробел, видите? И я могу, условно говоря, набирать высоту. Подбираем пистолет. Ну, если кому-то неприятно, то вот. Видите, я набираю высоту, в принципе. Так делается сейфхайвер теперь. То есть, все довольно просто. Выходим с уровня. С флеером будет еще один похожий трюк. На самом деле много. Идем сюда, падаем вниз. На всякий случай сохраняемся. Дэшимся через лаву. Когда становится 63 хп, если еще не добежали, то уже прыгаем. Хаверим. Здесь есть возможность сделать сегментную строту, она крайне неустойчива. Там есть бочка, можно выстрелить в нее в то же время, как дашишься на горку, и, условно говоря, ты залетишь в самый верх. Поднимаемся, дэшимся. Эта балка отпадывает, аккуратно. Продолжаем наш путь. Дэшинса стараемся с уступов, чтобы пролетать как можно больше расстояния. Привет, Ермольник, да, канал взломали, естественно, как всегда. Выбираем флэр, если вдруг у нас выбрано что-то другое. Кидаем, нажимаем, запрыгиваем. Здесь сохранимся. Сбоку вентиляторы, они засасывают нас в себя, так что аккуратно. Теперь сохраняемся. Первая острота, которую вы можете сделать, просто слезть сюда, залезть, взять броню. Вторая острота, которую вы можете попытаться сделать, не такая и не такая. Ну, вот примерно такая, только с последующим залетом в вот это окошко. Здесь нет как такового сетапа,
Ну, по крайней мере, у меня когда оно получается, оно у меня больше получается по инерции. Как-то так. Держаться подальше к краю, к правому, и ближе вот здесь уже прыгаем. Собираем броню. Заваливаемся сюда. И еще один уровень закончили. Здесь мы подбираем наше первое оружие для бустов, это SMD. На правой кнопке оно выпускает заряд, который бустит нас. Поэтому я одновременно нажимаю прыжок, видите, если я не нажимаю прыжок, ничего, собственно, не происходит. Одновременно подпрыгиваем и выстреливаем. На самом деле может потребоваться некоторое время до того, как вы привыкнете к этому. Здесь делаем сайд-дэш. Упс, не то сделал. Вместо сайд-дэша загрузку нажал случайно. Здесь несколько вариантов. Можете буститься, потом сейф-хаверить. Можете, если у вас очень хорошо получится, делать буст оттуда, и потом еще один буст от этой полоски. Продолжаем путь. По возможности дэшимся. SMD можно делать комбо, то есть выстреливаем шарик, потом в шарик попадаем первичным огнем. Ничего сложного. Этот парень падает с двух таких выстрелов. Соответственно, если промазали, он не умрет. Ничего страшного, если там совсем не промазали или как-то там закосячили. Вот, патронов, в принципе, должно хватать. Вам понадобится только два альтернативных выстрела. Продолжаем дорогу. Здесь можно сразу выпрыгнуть. Довольно сложный прыжок. Довольно сложно к нему привыкнуть. Я когда тренировался, честно скажу, он у меня вообще почти никогда не получался. Это нормально. Он довольно сложный, поскольку тайминг на прыжок с SMD довольно тонкий. То есть вот, например, у меня не получился, раньше у меня получалось что-то типа того. Сейчас у меня получается довольно стабильно. В принципе, если он у вас не получился по какой-то причине типа вот того, можете пробовать сделать вот так. Ну и, соответственно, если у вас не получился по какой-то причине ни первый, ни там второй, просто поднимаемся по горке. Или если вы не уверены в своих силах, то просто бежим туда без всяких выстрелов. А вот я косячить начал. Ну да ладно. Ой. Давайте еще раз. Вот это было. То, как делать не надо. Дэшимся. Прыгиваем вниз, нажимаем обе кнопки. Охраняемся. Дэшимся. В идеале с одной, если не уверены, можете сразу делать два. Если не получается, то просто делаем вот так вот. В принципе, можно всегда так делать, даже если вы запрыгнете, вы со второго прыжка залетите туда. Упс, неудача. А где? Нажимаем на кнопку. Запрыгиваем. Если не допрыгнули. Все равно запрыгиваем сейфхавером. Собираем щит, собираем патроны. Уходим с уровня. Здесь прыгаем, потому что дышится в горку не быстро. До банихопов мы еще дойдем, пока не было ничего их демонстрирующее. Это место делается с двух SMD бустов. То есть вот как-то так. Как-то так оно получается далеко не всегда, потому что SMD бусты довольно сложные. Делаем два. Если не залетаем, то там уже досейфхаверимся. Дэшимся сюда на скалу. Здесь в идеале мы хотим перелететь вот до той стены. То есть подходим, делаем одновременно дэш и бустимся. Сетап на точный полет довольно сложный. Ну, они все довольно так на шару. Ну, то, что нету прям точных сетапов, просто как-то примерно так встаете, дышите, стреляете, вот, и вы перелетаете, потом просто нажимаете на рычаг и ждете здесь, пока дверь откроется, то есть никаких особенностей нет. Если, опять же, мало хп или сложно с бустами, сейф-хаверитесь на первую стену, которая на ту, пробегаете, сейф-хаверитесь на эту стену, дышитесь, там, все в таком духе, вы не потратили вообще нисколько здоровья, и патронов в том числе. Следующий уровень довольно сложный, это первый такой довольно длинный и запутанный уровень, когда я сам учил ран
Он был, наверное, одним из самых сложных. Здесь переключатель. Вон он там. По сути, здесь надо отстрелить платформу и потом с нее нажимать. Но если в самом конце вот этой дорожки прыгнуть, то головой его можно зацепить. Спускаемся. Идем наверх. Это дружественные ребята. Нажимаем кнопку. Это кнопка. Далее... По-хорошему залетаем так. Если не получается залетать, вот, например, вы можете стукнуться головой об что-то. Просто будьте аккуратны. В конце просто сейф-хавер. Здесь идем налево. Нажимаем кнопку, проваливаемся. Нажимаем кнопку. Можно дэшнуться туда с помощью буста, но как бы немного времени сохраним. Идем сюда. Далее, чуть более снова, вы должны приземлиться вот на эту платформу. Что вы делаете далее? Есть два варианта. То, каким пользуюсь я, это вариант ленивых. Естественно, поскольку пока мы не используем load removal, то гораздо удобнее, если есть SSD. Второй вариант вы... Давайте попробуем. Вы дэшитесь сюда. Ну, у меня не получится наверняка, потому что я никогда это не практиковал особо. Суть какая, вы дэшитесь сюда одним выстрелом, потом двумя вы дэшитесь наверх. Это уже страта для тех, кто хорош. Собираем хп, если надо. Аккуратно, яма. Не стукнитесь в чувака, он немножко впереди. Залетаем. Должно хватить одного буста, на самом деле. Но если не хватило, досейфхаверимся или делаем два. Нажимаем кнопку, открывается дверь. Не долетел немножко. Собираем хп. Сюда сайд дэш с бустом. То, что я делаю, это я дэшусь бок и делаю буст. Открываем дверь. Упс. Давайте еще раз. Тут уже довольно много противников, стараемся сильно на месте не застаиваться. Открываем дверь. Довольно критический момент, то что эта дверь хорошо бы была открыта, когда вы вернетесь. Это не всегда будет происходить. Залетаем наверх, с одного, с двух бустов, неважно. Можно опять же на сейфхавере. Подбираем акваланг. Возвращаемся. Акваланг нам понадобится на протяжении рана очень много раз. Он активируется автоматически. Дверь начала уже закрываться, поэтому я специально бустанулся. Открываем дверь, собираем 8-ball. Просто бустимся туда. Ну, если не получается, либо досейфхаверимся, либо переделываем буст. Присаживаемся. Не, на SSD. Если можете, падаете вот сюда и буститесь. Но буст очень сложный, потому что можете удариться головой. Сохраняет, ну, секунды две. Либо просто обходите и запрыгиваете сюда. Далее идем сюда, проваливаемся. Если бы меня не заблочили, можно было бы сделать комбо. Просто немножко отстреливаемся. Не, на SMD. Стоим здесь. Сейфхаверимся. Опять же, все кнопки, которые нажимаю, видны на экране. Если что-то потом непонятно... Если вам интересно, можете всегда пересмотреть. Здесь не надо забывать нажать дверь. Убираете хп, если надо. Идете на самый верх. Здесь вам нужно убить трех противников. В идеале вы убиваете их с трех комбо. Вот этих вот надо, похожих на котов, убивать. Иногда они падают, типа они умерли, но на самом деле нифига не умерли. Этот умер. В таком случае надо просто проверять. Когда всех убили, дверь откроется. Теперь довольно сложный трюк. Вот примерно на этом повороте сделайте сейф.
примерно вот отсюда начинаете заряжать. 3, 4, 5, 6. Нет, поздновато. Тогда отсюда. Раз, два. Просто заряжаете полный эйтбол. Дайте, чтобы точно вам сказать, откуда заряжать. Ну вот где-то между вот этим местом и вот этим. Начинаете заряжать. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть — это максимум. Какие могут быть проблемы? Давайте посмотрим на все, что тут есть. А потом уже попытаемся сделать как правильно. Головой я стукаюсь вот об эту всю фигню. Стукаться об нее мы не хотим. Наша цель — перелететь через весь этот каньон. Какие есть варианты? Во-первых, вы можете начать чарджиться позже, но обратите внимание, что вот этот чувак нападет либо на вас, либо на священника. Вот. И, соответственно, он может помешать вам выпрыгнуть. Во-вторых, ну, выпрыгнуть наверх не всегда получается. Стараться надо, чтобы вот где-то вот здесь вот вы выстреливаете, и вас уже вперед носит вон туда. Давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, если, например, сейфово, вы просто улетаете сюда. Поскольку сейва у меня уже нет, если все получается правильно, вы вдоль той вот стены пролетаете там за холмом и где-то там за ним застреваете. Вот, а если совсем сложно, ну, просто сейфхаверитесь через весь каньон и сюда. Патронов здесь никаких нет. Опять же, я не застряю внимание на том, что я постоянно дэшусь. Активируйте платформу. И просто вот так вот вдоль горы. Это на самом деле будет немножко быстрее. Потому что вы получаете некоторые вот эти от движения вперед бустики небольшие. Ну, если посмотреть, видно, что платформа нас никоим образом не догоняет. Нажимаем кнопку, проползаем, и следующий уровень. Сразу жмем пробел, чтобы всплыть. Дышимся. Нажимаем кнопку. Нам нужен эйтбол, но у нас в нем нет патронов. Дышимся здесь чуть-чуть пораньше. Потому что если здесь дэшится вот здесь, то вы стукнетесь об стенку. Ой, что-то как-то я давно сохранился. Вот. Что-то есть за 27 декабря? Ой-ой-ой. Не сентября, декабря. Он. Ну ладно, пробежимся еще раз. Ну, вообще говоря, да, можно всю игру сейфхаверить. Но... некоторые вещи быстрее бустить. Банально там на секунду, на две. Ну и выглядит эффектней. Ну и на самом деле, когда потренируетесь, не так сложно. Параллельная вселенная тут есть? Нет. Тут просто будут порталы потом. Сохранимся, чтобы не было таких казусов, как в прошлый раз. Опять же, как я объяснил, если вы дашитесь немножко позже здесь, вы ударитесь просто банально в потолок. Поэтому чуть-чуть раньше. И вы как раз пролетаете всю лестницу. Собираем эйтбол. Теперь давайте поговорим о банихопах в этой игре. В этой игре нет распрыжки как таковой, но вы можете поддерживать свою скорость, если в момент приземления вы будете нажимать прыжок. Для этого я рекомендовал забайндить прыжок на колесико мыши. Естественно, намного лучше, если у вас колесо мыши с автоматической прокруткой, но даже оно иногда не спасает. Заряжаем в зависимости от хп 3-4 заряда. 3, давайте пойдем с 3. Бустимся. У меня не получилось сейчас. 2, 3... Так вот это примерно выглядит. Раз, два, три. Это не самая надежная страта, поэтому если у вас получается 1-2 джампа, то
принципе, хорошо. О, два. Более чем. Я обычно доволен чем-то подобным образом. Естественно, будет идеально, если вы допрыгаете довсюда, сюда, сквозь вот этого парня, берете броню. Ну, так далеко я не видел, но вот до этого плато я на самом деле видел, как Cubeface допрыгивал. Простреливаем секретный вход. И идем сюда. Далее, в следующей комнате есть страты без сейфхайвера, но... Тут очень надоедливый вот этот чувак, поэтому я просто через всю эту комнату сейфхаврюсь. На самом деле можно делать бусты с эйтбола. Показывать я их не буду, потому что они у меня очень плохо и редко получаются. Дышимся. Сейчас будет первый босс. Переключаемся на эйтбол. Встаем, залезаем сюда. Мы хотим запрыгнуть наверх и поднять хпшку. Для этого в последние моменты движения платформы мы хотим прыгнуть, чтобы нас немножко на бусте выкинуло. И начинаем заряжать новую кнопку мыши. 4, 5. Попадаем все. Мы хотим также собрать вот этот щит. На него хватит примерно 24 гранаты. Или 26. Посмотрим. 24. И все. Ничего необычного. Нажимаю кнопку и дышимся через весь, через всю яму. Ой. Когда-то я... Ну ладно, давайте. Блин. И вот так вот. Здесь довольно сложный буст, потому что мы хотим как можно сильнее получить банихоп в его результате. Куда мы хотим попасть, это на ту скалу. Потому что это более прямое направление. Или можем сделать буст поскромнее. Если вы, например, можете более-менее уверенно делать небольшие банихопы, то и вот так вот вдоль всей дороги. Мы, в принципе, просто идем напрямую. Начинаем заряжать, когда выходим. 4, 5, 6. И вот как-то так. И здесь сохраняемся, чтобы не умереть. Заряжаем. 2, 3, 4, 5. Упс, сохранился случайно. И перелетаем в вторую яму. Естественно, все альтернативные страты заключаются в том, что вы просто додешиваетесь. Окей, этот уровень довольно интересный. Давайте сначала рассмотрим страту, которую вы делаете, если у вас не самый быстрый комп. Так, нажимаем кнопку, идем сюда. А нет, сначала мы ждем этого чувака. И 4, 5... Он умирает, открывается дверь. Заходим сюда, собираем какие-то патроны. Нажимаем обе кнопки. Возвращаемся, встаем на лифт, и он поедет. Однако, если... Вы можете в довольно быстрый хотя бы жесткий диск. У меня не SSD. У меня стоит SSD, но игра не установлена на SSD, то мы делаем просто вот так. Пока не проедет мимо нас лифт, мы в шахту не залазим. Аккуратно, он иногда стреляет ракетами. Может быть очень больно. И в меня пролетело только что. И вылезаем сюда. Заряжаем две ракеты. Будет чувак. Стреляем в того одной. Чисто спугиваем его. Заряжаем 6. Ух, как нехорошо было. Упс. Раз, два. Помазали, ничего страшного. Иногда случайно получается дэшиться. Да, вот мы очень не хотим, чтобы что-то такое произошло.
чтобы он нас так на Е. Просто убиваем его. В этой игре очень часто случайно получается сайд-джамп. Что окно, чтобы его сделать, достаточно велико. С этого падает аптечка, если кому интересно. Убиваем вот этого парня. Всех их надо убить, чтобы открылась дверь. Если не хватает хп, собираем хп. И идем сюда. Эта дверь не откроется, пока все те противники не умрут. Нажимаем кнопку и следующий уровень. Тоже довольно более сложный уровень. Держи SMD. Сюда. Если тут кому-то походу что-то непонятно, задавайте вопросы. Я сейфхаверлю здесь, но потому что буст довольно сложный, очень много вещей над головой, но с двух SMD бустов можно залететь наверх. Нажимаем кнопку. Давайте сейчас я все же сделаю сохранение. Всем привет. Переключаемся на ботинки. Так, давайте. Я сохранение сделал слишком. Квиксейв сделал довольно поздно. Переключаемся на ботинки. Сохраняемся. Запрыгиваем. Что мы хотим сделать? Мы хотим примерно, когда мы уже будем подъезжать к моменту останова, включить ботинки и бустануться 4 раза. Пробел мы нажимать больше одного раза не хотим, потому что иначе мы всрём еще один заряд ботинок. Я сейчас прыгаю, на самом деле, очень рано. Включаем ботинки. Если все хорошо, то в конце мы залетим на самый верх. Я, видимо, прыгаю очень рано. Да, прыгал очень рано. Выключаем ботинки. Подбираем броню. Хотим, чтобы нас так не скидывали там. Обязательно отключайте ботинки. VR кто-нибудь поставьте, если кто-то может нормальный VR. Примерно 41 минута 30 секунд. Включаем, бустимся наверх. Спускаемся в туннель. Ботинки со временем исчезают, в отличие от других предметов. Это довольно точный буст наверх. Сохранение. Переключаемся на 8-ball. Выходим в следующий уровень. Да, обязательно убедитесь, что у вас не кончаются патроны в 8-ball, потому что если вы его вдруг начнете заряжать чуть раньше, когда в нем нет зарядов, то он, соответственно, выстрелит и пиши пропало. Включаем ботинки, запрыгиваем наверх, заряжаем 8-ball. 4, 5... 6. Стараемся дэшнуться вперед. И стараемся, естественно, понихопнуть здесь. Ну, если не получилось, то... Делаем, что получится. Раз, два. Получился очень плохой буст, на самом деле. На самом деле, с двух здесь можно перелететь. Переключаемся обратно на SMD, следующий уровень. Здесь, наверное, не видно. Здесь на самом деле есть типа дверки. Да, вот, собственно, она, которая закрывается. Этот триггер можно перепрыгнуть, он на земле. Потом просто делаем вот так, перелетаем через триггер. Потому что если дверь закроется, надо будет убивать этого чела, потом можно будет идти дальше. Если не получилось перепрыгнуть, соответственно, загружаемся. Идем налево, собираем патроны, хп, если надо. Сам первый, это самый первый, да. Здесь... Упс. Я вот здесь не вижу просто у себя стену. У меня проблема из-за этого. Просто бустимся. Залететь сюда можно с двух бустов, ну или просто на сейфхавере. Делаем это, заходим сюда.
дышимся по стенке. Сохраняемся здесь. Прилетаем с двух бустов. Начинаем... Нет, не надо пока заряжать хитбол. Примерно вот здесь можно начинать заряжать. Зажимая сначала левую, потом правую кнопку, чтобы заряды полетели вот так по кольцу. Это босс куда более сложный. У вас иногда получается, что вы тут рандомно умираете. Потому что камень летает по... Камни, которые он кидает, летают по арене и подскакивают от всего на свете. Мне сейчас очень везет. Я сохраняюсь, потому что игра любит крашиться. По каким-то причинам в последнее время на этом месте. Вот. Это еще один сложный уровень. Давайте по порядку. Делаем три заряда. Дышимся и стараемся пробанихопить вот до самой стены. Вот у меня сейчас получилось. У меня даже очень хорошо получилось. Я скажу вам, у меня никогда так хорошо не получалось. Вот это практически то, что вы хотите сделать в идеале. Раз, два, три. То, что может получиться, зачастую выглядит примерно так. В таком случае вы просто продолжаете вот такими сайд-дэшами. Потому что это все равно быстрее. Вас немножко проволакивает вперед. Вы скользите. Раз, два, три. Если у вас очень мало хп, вы можете разбиться, поэтому делайте три заряда или два, в зависимости от вашего хп. Я всегда стараюсь сделать три. Ну, это практически... То, что меня устраивает. Да не практически, а фактически. За нами титан кидает камни. Стараемся не умереть от них. Заходим сюда, это триггер. Здесь лифт ждать довольно долго. Просто делаем так. Буститься там не от чего, поэтому это самый лучший способ. Привет, ёбастрим. Сюда тоже сейфхамеримся. И сплитуем. Подбираем хп, если нужно. Если хп все равно мало или чего-то еще не хватает, сейфхамеримся сюда. Иначе можно забуститься. Переключаемся на эйтбол. Сейфхамеримся вверх по шахте. Можно забуститься, но толку от этого мало. Начинаем заряжать. Раз, два. Но мы должны зарядить три эйтбола, если боитесь не успеть нажать кнопку, то делаете это уже после того, как приземлитесь и все нажмете. А так. И залетаете обратно. Если не залетели, опять сейфхавер. Ваша ультимативная бэкап-страта. Включайтесь на флаг кэнон. Если на случай, если вас нападают, если хп мало, делаете здесь хпшечку. Здесь либо вы с 4, по-моему, 2, 3, 4, с 4 хитболов залетаете. Раз, два, три. Ну, либо сейфхаверитесь. Допустим, как-то так. Нажимаем кнопку. Убиваем всех четверых. Ставимся просто левым огнем, он сливает меньше патронов. А если вы потеряли хп, здесь вам можно подобрать. Дэшимся. И открываем дверь. Так. Тут несколько страт. Самая первая, и ту, которую я вам объяснил, без сейфхавера. С сейфхавером будет практически все то же самое, только намного проще. Запрыгиваем сюда. Упс. Да, давно я ее не делал. На самом деле, бусты с SMG, как я уже сказал, не так легки, как кажутся.
нажимаем кнопку, подбираем ботинки, переключаемся на них, заряжаем, запрыгиваем, отключаем, нажимаем дверь. Не закрываем дверь раньше времени. Один заряд ботинок мы уже потратили, у нас еще два, включаем два, запрыгиваем сюда и сюда. И, соответственно, можно было пропустить всю секцию с ботинками и сразу пойти сюда и сейфхавериться просто сюда доверху. Далее в этом уровне нам надо сначала нажать три кнопки, иначе силовое поле не даст нам пройти дальше. Идем сквозь все туннели. Тут два пацана в коридорах, особо их бояться нечего, за исключением тех ситуаций, когда они вас абсолютно полностью блочат. Залетаем наверх с бустом или с сейфхавером, как умеете. Нажимаем кнопку, не падаем вниз, потому что дверь закроется и мы не выйдем оттуда. Собираем 8-ball патроны, если кому-то надо. Сюжет я вам сейчас не расскажу, я игру проходил очень давно, казуально и банально ничего не помню. Поднимаемся наверх. Иногда, когда вы будете подходить сюда, есть возможность, что за этой дверью будет чувак. Поэтому есть смысл зарядить где-нибудь три патрона. Дышимся, открываем люк. Поэтому за сюжетом, если кто-то знает, может в чате рассказать, если не знает, лучше на Википедию. В этом плане я не подготовился. Отбираем патроны для флэг кэнона. Я, к сожалению, упал, потому что там начинается трясти земля. Если есть возможность, бустимся здесь. Свапаемся на SMD. Подбираем патроны, если надо. Если мы хотим забуститься, не получилось забуститься, просто доезжаем. Даже можете не заморачиваться с сейфхавером. Две аптечки, если надо. Валимся сюда и прыгаем на телепорт. Здесь расскажу полную страту. Заходим сюда в домик. Здесь ботинки. А нас интересуют исключительно они. Переключаем, берем 8-ball. Пока просто прыгаем. Вот что делаем с ботинки, делаем два заряда и стараемся с банихопить. Ой. Ну, вот примерно так. То есть, естественно, не теряя скорости. Получается у меня больше одного. Вот как-то так. И один заряд у нас, если останется, теоретически можем его использовать в самом конце. Это более продвинутая страта, просто вы можете просто скипать ботинки и бежать вверх. Убираем все хп. Естественно, если вы сделаете три банихопа, это... восхитительно. Здесь сейфхаверите, потому что здоровье вам нужно. Тут несколько страт. На самом деле, я вам объясню ту, которую вы делаете, если у вас, ну, прям не жесткий диск, а прям мега слоу что-то. Что вы делаете, это вы идете сюда, пытаетесь пробанихопить всю эту фигню. Если с банихопом у вас все очень плохо, не пытайтесь банихопить эту фигню, но попробовать все равно стоит. Заряжаем 2, 3, 4, дышимся вперед, выстреливаем. Ну, естественно, я не мастер банихопа. Заряжать можно вплоть до 6.
мой телевизор. Это не мой телевизор, это мой ноутбук. Где-то там. Странно, что вы его слышите. Давайте пропрыгаем вот этот весь путь. Потому что, ну, например, тот же CubeFace, у которого мировой рекорд, у него не очень быстрый компьютер. Аккуратнее с этим чуваком, у него ракетница, то бишь 8-ball. Мы не хотим, чтобы он нас убил. Заходим, подбираем аптечку. Входим. Мне бы сейчас вспомнить. Что-то, видимо, не сюда. Направо, наверное. Я давно не пользовался этим маршрутом, потому что я нашел более быстрый и с тех пор пользуюсь исключительно им. Это не то. Что у нас слева? Значит, по центру. Я давно не пользовался этой стратой, опять же. Поднимемся доверху. Нужен пулемет, который вот уж хрен знает где. Здесь снизу. Похоже на правильное место, я не помню, как сюда попасть. Может, всего один этаж? Скорее всего, всего один этаж. Извиняюсь за то, что я так прям мега теряюсь здесь, просто я здесь давно не ходил. Ладно, короче, если кому-то будет реально интересно, куда надо идти, заходим, смотрим мировой рекорд. Но, в принципе, быстрее будет сделать нечто подобное. Заряжаем раз, два, три, четыре. На шестой дэшимся. Не так, естественно. Четыре, пять. И не так. И летим куда-то туда. Долетаем до сюда. Идем налево. Если очень надо. Сюда. Прыгиваем, запрыгиваем на следующий лифт. Здесь можно сделать так. Только главное, чтобы так не произошло. Ну, это так. Дышится от стенок. Прям хп, если надо. Два, три. Заряжаем вот этого чувака, чтобы он нам не мешался. Далее, либо дэшимся на крышу с помощью SMD-бустов. Этот куда более сложный, потому что здесь крыша. Если будете пытаться, то аккуратно. Далее, здесь есть триггер. Там наверху. Заряжаем. Три, четыре. Давайте пробуем пять. И подпрыгиваем. Да, пяти должно хватать. Суть то, что вы хотите 3, 4, 5 и попытаться долететь до этого триггера. Найти его с сейфхавером намного сложнее. Поэтому лучше просто приловчиться. Тыкаем лицом в дверь. Собираем фонарики. Дальше просто прыгаем. Сплит.
Далее либо бустимся, либо залетаем на сейфхавере. На самом деле, зависит от вашего здоровья. Слева будет два чувака. Убивать левого не обязательно, но у него есть снайперская винтовка. Позже нам она пригодится. Поэтому, если можете, убиваете его. Да, вот она. С него падает. Убиваем этого парня. Что он не даст нам выйти с уровня иначе. И этого чувака. Ну что, пока они не умрут, дверь наверху не откроется. И мастера манцевать еще. Берем 8-ball. Если очень не хватает хп на этом моменте, можете пойти сюда. Тут вот растет травушка. Подождать, пока она вырастет и даст вам хп. Буквально секунд 5 надо подождать. Далее идем сюда. Здесь есть много вариантов того, как это должно выглядеть. У меня, на самом деле, они все не получаются, кроме одного. В идеале вы продешите всю эту гору и попадете на крышу того здания. Но такой боковой вариант, когда вы продешитесь и просто продолжите пешочком. Он обычно и получится. Заряжаем 3. Я заряжу 4 просто ради интереса. Ну, сейчас у меня конкретно криво все было. И дешитесь на холмик, старайтесь не задеть вот этот вот. Можно видеть, что гора идет вот не раз сегмент, два сегмент. Старайтесь вот этот вот второй не задеть, сразу на третий улетать. Раз, два, три. То есть обычно я делаю вот так. С 4, 2, 3, 4. Возможно, у вас что-нибудь и получится. Сейчас я сделал какой-то абсурдный сейф. Окей. Раз, два, три. Просто дышитесь вперед. С 4 вы можете залететь на крышу. Выстреливаете в стекло и сейфхаверитесь. Естественно, если вы залетели на крышу, просто пробегаете по ней и потом делаете всего лишь парочку сейфхаверов. Нажимаем рычаг. Осторожно, если вы вот так выпрыгнете, вы не получите урон. Если вы запрыгнете сюда и упадете, вы не получите урон. Если вы запрыгнете сюда и спрыгнете отсюда, вы получите урон. Учтите это, когда будете выпрыгивать из этого окна, потому что я здесь пару раз умирал. Убираем хп, флаг патроны, нажимаем переключатель, берем флаг пушку. То можете убить, если он вам очень сильно мешает. Далее уже знакомый трюк с фонариками. Просто вместо фонариков используем флаг-пушку. Берем хп, если надо. Нажимаем кнопку. Если вы достаточно быстро, сразу как поднялись, нажимаем кнопку, все это делаем, успеваем до того, как лифт возвращается. На сайте можно посмотреть видос со спидрана, кинь ссылку speedrun.com. Просто нажимаете перед тем, как собирать патрон, например. Если надо, хп есть в этих бочках. Мне ничего не надо, у меня все полное. Старайтесь спуститься немножко. Unreal 2 ранил? Нет, не ранил. Там очень много нескипаемых катсцен, но вообще ран вроде как забавный. Надо будет как-нибудь его посмотреть. Это один из самых поганых уровней, в том плане, что они очень любят троллить вас. Переключаемся на 8-ball, нам надо будет зарядить 3 ракеты. Если хп мало, лучше сразу не делать. Можно залететь с 2, лучше не пытаться. Раз, два, три. С 3 залететь очень легко, с 2 часто не хватает. Если мы хотим нажать на эту кнопку и хотим, чтобы начала открываться та дверь. Очень часто произойдет так, что дверь открываться не начнет. Я вот сейчас нажал, ну дверь открывается. Очень часто этого не начнет происходить. Если вдруг хп мало, стараемся этого чела убить. Подбираем все хп, нажимаем. Опять также используем флаг кэнон. Застреливаем и от патронов лифт поедет вверх. Нажимаем кнопку. Идем сюда, если нужны патроны для 8-ball. Этот лифт куда более быстрый.
То есть по него часто вылетают весь, все снаряды, или вы не успеваете на него запрыгнуть. Аккуратней с этим парнем. Выкидывает 8-ball. Здесь вот эта вот дверь не срабатывает очень часто. То есть часто будет так, что вы придете сюда, а эта дверь все еще закрыта. Не знаю, как это срабатывает. Я не нажимаю никаких специальных кнопок. Вот, например, сейчас она не открылась. Но конкретно был звук того, что я нажал на переключатель. Старайтесь сдэшиться с бортика. Иногда может не получиться, потому что он довольно маленький, можно просто сразу упасть. След отмечает Скарш Воин. Просто его убиваем. С него дропается аптечка, так что тоже полезно. Вот самая главная тролльская штука — это вот эта кнопка. Она очень часто не срабатывает. Что она открывает? Это силовое поле вот здесь в конце коридора. И как вы видите, она не сработала. То, что мы делаем, мы идем и возвращаемся назад. Находим эту злополучную кнопку, тыкаемся в нее еще раз. И повторяем до победного. Иногда это происходит очень-очень много раз подряд, и ты просто думаешь, как можно так делать игры. ХПшечка, если нужно, пустимся. Открываем осторожно. Здесь можно сделать как подбежать к двери, и она стукнется об вас. Стараемся, чтобы такого не происходило. Здесь двойной SMD-буст. Я промазал вторым. Он на самом деле очень несложный. Ну, опять же, бэкап старта, SMD-буст и сохранение в конце. Или просто сохранение. Эта кнопка почти всегда срабатывает. Открываем эту дверь. ХП у меня уже довольно мало, что печально, потому что в следующей комнате очень опасный противник. Там стараемся на одном месте не задерживаться. Наша цель здесь — нажать кнопку, около которой он тусует, и потом немножко еще подождать до того, как портал станет активным. Нажимаем, немножко ждем, может добегаем до куда-то, и потом уже только бежим туда. Иначе он теоретически может до нас добежать и нам навалять. Здесь патроны для вот этой штуки, если вдруг вы ее подобрали. Ой. Здесь аптечки, если ХП очень мало. Потому что сейчас у нас будет босс. Но вообще не важно, потому что очень редко он задевает нас так, что не убивает сразу. Снова он нас сразу убивает. И просто прыгаем в холмик. Подбираем апгрейд для пистолета. Свапаемся, ждем, пока он встанет и примерно дойдет до суда, потом можем начинать заряжать. 4, 5, 6. Нажимаем кнопку под троном, которая активирует лифт. На самом деле нажимать ее, по-моему, не обязательно. Но лишним не будет. Аккуратно. Здесь нам очень нужно собрать эти патроны для эйтбола, они нам в будущем очень понадобятся. В любом случае, это практически гарантированно. И уже пытаемся добить его. Я не уверен, сколько на него надо гранат. Если вы пошли нормальными стратами, у вас в этом месте будет миниган. Просто используйте все патроны из минигана на нем, потом уже переходите на эйтбол. Два. Бустимся. Двух достаточно, чтобы почти перелететь и досейфхаверить, поэтому если ХП не очень много, делаем именно это. Переключаем на снайперку, если вы ее подобрали, если не подбирали, на пистолет. Нажимаем переключатель. Вот этот автомаг на двоечке. Что вы хотите здесь делать? Нажать рычаг. И потом здесь справа, вот там вверху, есть чувак. Теоретически, если вы можете его снять просто так, без прицеливания, флаг вам в руки. Запрыгиваем сюда наверх. Здесь можно открыть эту дверь, подождать, пока она откроется. Но, в принципе, быстрее, и на самом деле это очень легкий буст. Просто делайте вот так. Убийство того чувака спавнит вот этот вот секретный
пикап с хпшечкой. 100 хп, лишним не бывает. Идем вдоль стены. Здесь подбираем снайперку, если не подобрали, потому что она нам понадобится. Начинаем заряжать 8-ball. 4, 5. На 6 дэшимся вперед. И на самом деле у меня получился довольно скромный буст. Наша цель — долететь как можно дальше до конца. И нажимаем переключатель, едем вниз. Сплетаем, здесь сразу уходим налево. Наша цель — собрать щит. Тут он. Ходим здесь. Заходим, нажимаем переключатель. Сохраняемся здесь. Примерно в этом месте начинаем заряжать 8-ball. 4, 5, 6. Наша цель — перелететь все вот то. Для этого прыгать нам не надо. Просто идем вперед. В идеале мы перелетаем оба порога. Иначе сейфхаверим сколько можем. Ну, типа вот как-то так. Здесь можно переключиться на SMD. Или заряжаем две ракеты, и тогда, если не удариться в потолок, то можно перелететь. Довольно точный прыжок, но технически возможный. Очень большой сложный уровень, здесь идем налево, поднимаемся по балочке, нажимаем на переключатель, спускаемся. Стараемся запрыгнуть, опять же я больше практикую сейчас сам, то есть вообще должно хватать двух SMD бустов. Первый вы должны пытаться ставить вот на стык вот земелек. Что если поставите слишком высоко, вас оттолкнет назад. А если вы будете отталкиваться от земли, буста вам банально не хватит. Вот как-то так это делается. Включаемся на флаг кэнон или на любое другое оружие. Убиваем этого чертилу. Нажимаем кнопку, подбираем патроны. Ждем, пока откроется дверь. В этой комнате есть три скарж-воина. Вон они валяются, вот раз. Вот два, и третий еще будет, когда мы откроем ту дверь. Здесь, по-моему, есть хп. Нет, нету. Ладно. Вот. Их обязательно нужно убить. Здесь можно забуститься наверх. Буст несложный, на самом деле. Я, наверное, должен уже начать его делать. Я в состоянии. Если мы хотим зайти сюда, развернуться. Если вдруг по какой-то причине эта дверь закрылась, открываем. Кнопка наверху «Попасть». Разберетесь как. Открываем переключатель. Включаемся на 8-ball. Здесь идем направо. Здесь налево. Свапаем переключатели. Идем на противоположную сторону. Если можете, буститесь. Ну, естественно, если вас не забирают вот так. Это не самый легкий буст, потому что там очень легко стукнуться об вот это головой, об лифт головой. Здесь просто дышитесь вперед и жмете вперед. Спускаетесь. И идете в эту дверь. Суд направо. Да еще много чего впереди, так что ты не сильно опоздал. Идем просто насквозь. Если очень надо патроны. Проваливаемся сюда. Здесь есть балочка, от нее можно отпрыгнуть, в принципе. Вот здесь в основном пригождается акваланг, который мы когда-то давно собирали. И плывем по этому водному туннелю. Здесь смотрим внимательно, чтобы этот переключатель нажался, потому что иногда вы можете так прыгнуть, что его развернет.
его как бы нажмете и отожмете практически сразу. Этого мы не хотим. Что в таком случае... Алло. Нажал случайно. Дойдя довольно далеко, мы обнаружим, что этот переключатель не включен. И нам опять надо плыть через этот туннель, поскольку мы наверняка уже где-то пихнули какой-нибудь там левый квиксейв. Уплываем, прыгаем сюда, прыгаем сюда. Там есть балочка небольшая, на ней стоял. Стараемся дышиться пораньше, чем я это сделал. И идем сюда. Если вдруг не добили кого-то из вот этих трех скарж-ворьеров, сейчас самое время. И идем сюда. Здесь идем налево. Включаемся на эйтбол. Раз, два. Залетаем. Опять же, любой, почти любой буст вы можете сейфово отыгрывать через сейфхавер. И теперь в этой комнате нам надо убить сколько-то этих чуваков. Именно здесь является ключевым моментом убийства трех чуваков, о которых я уже говорил. Потому что если вы вдруг этого не сделаете, после того, как вы победите всех вот этих парней, эта дверь не откроется. Также возможен некоторый неприятный элемент рандома. В коридоре за этой дверью ходит большой парень с пистолетами, и иногда так случается, что к моменту открытия двери он стоит прямо за ней. Очень редко, я буквально видел это один раз в своей жизни, и это случалось еще с некоторыми раннерами, раз-два. Может так случиться, что дверь ударится в него и закроется. И на этом будет все. Это будет софтлок. Либо бустимся, либо как-то залетаем наверх. Естественно, не перелетаем, нажимаем переключатель. Дышимся. И сюда. Сплит. Можно заранее переключиться на снайперку. Дышимся. Тут сейфхаверим один разок. И дышимся через весь уровень. Если вам темно, вы можете переключиться на фонарик. Еще раз говорю, то что в управлении я крайне рекомендую иметь сохранение на Е, загрузку на Q, то есть что-то, что вы можете нажимать, не перемещая ни одну из рук от клавиатуры. То есть вот сейчас я правой рукой я пользуюсь мышью, левой я там двигаюсь вперед, и мне, допустим, надо делать сейф-хаверы в каком-то направлении. Я просто продолжаю их делать вот как есть. Второй момент. Я рекомендую забиндить прыжок на одно из направлений колесика мыши, то, которое вам удобно, а на второе колесико, на второе движение колесика мыши забиндить переключение предметов. Потому что предметы порано переключать иногда приходится, и стандартное управление для этого крайне неудобно. Сейфхаверим. Вот, и на нажатие среднего колесика мыши у меня стоит use предмета. Просто потому что это тоже, опять же, удобно. Переключаем на amplifier. Сплит сохраняем. Там вот есть чувак. Снайпуем его. Переключаемся на эйтбол. Здесь все надо делать очень быстро. 4, 5. Стараемся запуститься нормально. До самого верха. Переключаемся на SMD. Сейвимся. Стараемся не упасть. Надо встать вот в это сосредоточие точек. Сохранение. Простреливаем окно. Вот тут в самом углу летает чувак, похожий на Geodude. Включаем amplifier и мочим, пока он не упадет. И вот у меня внизу есть чувак, похожий на Geodude, который пытается меня подстрелить. Никогда такого не было. Примерно 8 зарядов на него уходит, после этого музыка меняется. Чарджим 3 ракеты, дэшимся в сторону, долетаем почти до сюда. Но на самом деле то, что вот тот чувак мне мешал, это довольно редкий момент. Случается, но...
но не так часто. Сваливаемся сюда вниз. Здесь патроны. То, что мы убили вот этого чела в башне, открывает вот эту дверь, иначе она будет закрыта. То есть, если вы сюда пришли, а эта дверь по какой-то причине закрыта, значит, вы его не убили. Значит, вы там что-то услышали неправильно. Что, как я уже сказал, постарайтесь прислушаться. В тот момент, когда я его убиваю, музыка перезапускается. Попробуем еще раз. Раз, два, три. Долетаем до верху, сохраняемся. Встреливаем, целимся в уголок. Раз. Примерно 8 снарядов в него уходит. Сейчас я его, по-моему, не убил. Если честно, не уверен. Мне даже интересно стало. Я пропустил момент как-то. Мне показалось, что я в него в какой-то момент перестал попадать. Сейчас мы занимаемся наукой, подождите. Потом перезапущу уровень еще раз. То есть на самом-то деле мы должны как бы через весь этот замок ходить, и туда подниматься, и потом его убить. Не, он все же умер. Здесь вроде вообще, говоря, какой-то понтовый батл должен быть. Но да не суть. Слышно, что музыка полностью затихла. Делаем дэш. О, получилось не очень хорошо сейчас. Поздно выстрелил. Долетел не очень далеко, ну да ладно. Очень хорошее хп у меня сейчас. Видимо, потому что я играю довольно сейфово и медленно, поэтому собираю много дополнительных каких-то аптечек. Идем сюда. Здесь не важно, куда мы идем, налево или направо. Но слева чувак с ракетницей, будьте осторожны. Справа он вроде, кстати, тоже есть. Просто идем сюда. Это уровень с боссом. На самом деле мы вроде с ним деремся где-то еще и позже по игре. Раз, два, три, четыре. И пофиг вообще на босса. Можно начать заряжать попозже и перелететь за две ракеты, но это все мелочи. Переключаемся на фонарик, потому что далее темно. Подбираем ботинки, если надо патроны. Нажимаем эту кнопку, нажимаем эту кнопку. Переключаемся на ботинки, запрыгиваем сюда. Здесь надоедливый вот этот чувак. Стараемся сделать вот именно вот так. С флаг кэнона залететь на лифт. Выбираем все патроны, какие надо. Нажимаем кнопку. Переключаемся на 8-ball. Сохраняемся. Раз, два. Оп. Один заряд ботиночек у нас должен оставаться. Это такой не особо важный скип, но если он получается, он немножко времени сохраняет, да и выглядит довольно эффектно. То есть здесь все дело в тайминге, включаем ботинки, и в правильный момент, если подпрыгнуть, вы долетите до триггера и не ударитесь головой. Если вы подпрыгнете чуть рано, то вы ударитесь головой, не долетите. Если вы прыгнете чуть поздно, то вы ударитесь головой. Вставляем 8-ball. 2. Не долетели, если это запрыгиваем.
Я считаю, что с Эйтбола пуститься проще, хотя он дает чуть менее, менее эффективный в плане силы буст. Для начинающих игроков советую пользоваться именно им, на самом деле. Для него и патроны проще найти. И тайминг не такой жестокий. Идем сюда. Можно бустануться в бок. Обязательно дэшьтесь, когда это делаете. Нажимаем кнопку. Если не нажать дэш, то примерно происходит вот то, что сейчас было. Именно ничего. Просто тратите свое здоровье. Открывается эта дверь. Сваливайтесь сюда. Сыду к вам, нужно хп. Или вас просто бесит этот чувак. Убиваете его. Ждете, пока он поднимется, подбираете щит. Вообще, вы просто пытаетесь запуститься, несмотря на него. Здесь мы наверх пока идти не можем. Идем сюда. Раз, два, три. Упс. Вот это вот тоже иногда случается. Сохранить нажимаешь после того, как нажал загрузить. А стараться, чтобы такого не происходило. Нажимаем эту кнопку. Возвращаемся назад. Здесь на самом деле действительно очень темно. Это не... Там, не мой компьютер. Здесь можно просто сдэшиться. То, что этот чувак здесь, это на самом деле крайне нехорошо. Раз, два. Залетаем наверх. Идем сюда. Собираем все, что можем. Следующий уровень очень сложный. И объяснять его, наверное, придется довольно долго. Перед этим я немножко, позвольте, попью. У меня немножко в горле пересохло. Хорошо. Так, здесь первым делом, что мы хотим сделать, это собрать какую-нибудь хп броню. Вот, например, щитовой пояс самое то. Амплифайер нам тоже нужен. Потом мы доходим вот до вот этой платформы, которая справа от амплифайера. Далее мы хотим... Давайте круг пробежим, чтобы они немножко поотстали. Отстали. Мы прыгаем на эту штуку и вот как-то вот здесь пытаемся себя выровнять. Естественно, я не хочу, чтобы он ко мне сзади пристраивался. Иногда бывает, что они куда-то там упадут, и тогда это, конечно, все намного-намного легче. Но когда они регулярно мешаются, то все, что они добавляют, это проблема. Давайте немножко попробуем их куда-нибудь забайтить в сторону. А ладно, сейчас завалимся туда. Как же вы меня бесите. Иногда получается прям вот, ну сразу. Это куда более прочные, скажем так, Скарш Ворьеры, и никуда мы их не собьем. Вот, вот что мы хотим добиться, провалиться сюда. Эта часть теперь куда более сложная. То, что нам нужно сделать, это сломать все вот эти три лазера. Вот здесь один, и с двух других сторон есть еще два. Сетап первый, мы вжимаемся вправо-вниз и стреляем вот куда-то вот сюда в уголок. Сломает самый первый. Потом сдвигаемся крайне влево, прямо по этой стене пытаемся попасть в самый дальний. Здесь влево пытаемся застрелить до правого. Найти все эти сетапы довольно сложно, и они такие более индивидуальные, как мне кажется. Например, вот застрелить левый и вот этот, их довольно легко. Застрелить правый, не застрелив себя, довольно проблемно. Ну вот это примерно вот куда-то вот сюда вы стремитесь попасть. Теперь надо что-то делать с этим парнем. А он прикидывается дурачком.
Выбущиваемся отсюда. Если надо, подбираем ботиночки и сваливаем сюда. Ой. Тут я всегда теряюсь, куда идти. Чуть налево. Ой, я пропустил кучу сплитов. И у нас сейчас идет вот этот сплит. Если надо, подбираем тут ХП, фонарь мощный и все в таком духе. Основным оружием держим эйтбол на самом деле пока что. Сваливаемся вниз, разворачиваемся, подбираем ХП, если нужно. Заряжаем раз-два. Запрыгиваем сюда. Очень легкий буст. Можем отключить фонарь, если вдруг мы его включали. Этого чувака стараемся скинуть, чтобы он не скинул нас. Переключаемся на эйтбол, переключаемся на амплифайер. Включаем амплифайер, делаем комбо дважды. Разносит большого Скарджа Варьера. Нажимаем вот эту штуку. Активируем триггер. Идем сюда. Идем сюда. Понтовая сцена полета. Можем переключиться на эйтбол, потому что нам понадобится именно он. Золотой сплит. Раз-два. Небольшой буст. Буквально совсем, совсем маленький. Подходя к двери, начинаем заряжать правую кнопку мыши. Мы не хотим, чтобы так произошло с боссом. Это плохой рандом, естественно. На самом деле, она должна просто выпрыгнуть. Вот как-то так. Так мы тоже не хотим, поэтому заряжаем ближе к двери. Поэтому тогда все примерно попадет в нее. Переключаемся на SMD. Месим с амплифайера, пока он не кончится. Переключаемся на флаг Cannon. Начинаем настреливать альтернативным огнем. Иногда случится так, что она выпрыгнет, стукнется головой и улетит вниз, или начнет телепортироваться. Всего этого мы не хотим. Просто стараемся придерживать. Стараемся придерживаться простых стат. После эйтбола амплифайер пока. Амплифайер из SMD пока не кончатся патроны, и потом флаг кэнон, пока, соответственно, босс не умрет. На этом у нас заканчивается обучающая часть по непосредственно Unreal. Сейчас попробуем пробежаться разок, и потом будет дополнение. Чат просто наслаждается. Я рассказываю много вещей. Это довольно интересно смотреть, я надеюсь. Нет, никаких проблем с тем, что чат молчит, на самом деле. Мне намного проще сосредоточиться на игре. Ходим в меню. Добавляем наши сплиты. Так, что тут у меня стоит? 47-31, это мой персональный рекорд, я полагаю. Так. Кто-то написал мне в личку, я отвечу попозже. И давайте теперь проведем закрепляющий, так сказать, ран. Я не буду, опять же, буду стараться акцентировать внимание на всех вещах, которые я делаю, но не буду прям совсем останавливаться, чтобы что-то объяснить. Повторюсь, в первом уровне сейф-хавер делается по-другому. Тут нужно держать shift во время загрузки, чтобы все было хорошо. Здесь нас может на самом деле не задеть урон. Но чаще так случается, что нас задевает. Стукаемся головой, активируем триггер, выходим, идем, подбираем аптечки.
И возвращаемся. Надеюсь, игра не закрашится. Игра в последнее время у меня любит крашиться, из-за этого у меня давно не было персональных рекордов, хотя поставить их на самом деле не очень сложно. Иногда бывает, что этот, кстати, Scarge Warrior на чем-то застает, застревает и потом бегает за тобой. Это крайне бесит. У меня случалось это буквально раза два, но приходится ресетать обычно, потому что он тебя почти убивает. Убираем огонечки. Залетаем наверх. Сейвимся, кидаем огонек. Запрыгиваем. Вылетаем. Сохраняемся, нажимаем кнопку Save Hover за броней. Прыгиваем назад на лифт, который уже активировали. Убираем пистолет. Дышимся. Дышимся, дышимся, дышимся. Ау. Очень не хотел терять ДХП. Дышимся. Дышимся, дышимся. Три сейфхавера — это очень неудачно здесь. Сейфхаверим доверху. Удачного рана, спасибо. У нас после этого будет продолжение сэмпая с дополнением уже в этот раз. Так что если кому-то интересна именно обучающая составляющая, можете вернуться через минут 40. Я настоятельно рекомендую остаться, чтобы посмотреть, как все, что я показывал, по крайней мере, должно быть примерно в цельном ране. Кидаем флэр. Включаем лифт, запрыгиваем, стреливаем окно, не улетаем в вентилятор, нажимаем все три кнопки. Найс. Сплит. Ух, хорошо идем. Играем SMD. Кнопка. Unreal Tournament, они были клевые, особенно четвертый. Джейса не дострелили, просто домачиваем его, чем осталось. И Unreal 2 тоже помню, хорошая игра, игруля была. Хорошо, когда так получается, стараемся головой там ни обо что не стукаться. Получился буст, делаем этот буст. Сваливаемся, нажимаем, нажимаем, сейф. Я на самом деле долетел, но досейфхаверил на всякий пожарный. Можно вот так вот здесь, если прям совсем не уверены в своем прыжке из-за того, что там чувак сзади. Немножко времени потерял. Это не настоящий VR. Поедешь с этим на HDQ? Да куда я деньги возьму на HDQ? Пустимся как можем. Залетаем. Я это единственный раз только на больших, больших марафонах ранил на пред ESA. GTQ только если у нас будет какой-нибудь пре-шоу. Что в этом году я еду в Москву. Не запрыгнул, поэтому делал еще один прыжок. А хпшку брать не буду. Потому что раз же взял. Нет, я его не возил на GTQ. И на GTQ меня не было. Я был только на ЕСА. Идем налево. Положи бочку. Да... Не, мне кажется,
Если я буду активно продолжать стримить, так может, ну если я не уйду ни в какую армию, так через год, может, и на GDQ сможем смотаться. Но у меня тогда основной целью является протащить на GDQ your empty. Залетаем назад. Чуть-чуть не залетел. Хочешь с нами? Не, у меня, ребят, работа. Под Новый год самое последнее, что остается. Релизы и все дела. Поэтому я пас. Я не так давно пробежался с Эмма. Казуальненько второго, что-то у меня 5,5 часов ушло. С мировым рекордом это, конечно, все очень не очень. Да, мубот врет. Мировой рекорд 41 минута, сколько-то там. Я не стал буститься, просто мне не нравилось, насколько близко там был тот ящер рядом со мной. Ай-яй-яй, дважды. Вот этот вот самый. Я думал, что он мне может испортить все. Залетаем. Ой, как двигай. Окей. Найс. Окей. Это очень хороший ран пока, я вам так скажу. Пока очень зрелищно выглядит, по крайней мере, с моей стороны. Мне очень все нравится, как у меня получается. Стойный сплит. Очень неудачно меня задамажили. Хаврим. Первым делом дверь, потом патроны. Входим его. Он за нами иногда может не пойти, это будет идеально. Идем сюда, спавним пацанов. Пытаемся их с комбо убивать. Алло. Немножко берегу под... Как же ты меня заколебал, ладно. Так, расстреляем. Какой-то сэмпай, не сэмпай, стой. Так, сэмпайная часть уже кончилась. Э? Ой-ой-ой, что ж я наделал-то? Ну ладно. Раз, два... Блин. Никогда не повторяйте мою ошибку, дети. Я впарил 3 8-бола в начале этого уровня. Делать этого совершенно не нужно было. Надо было делать это же с SMD. Это у меня буст не получился. Такой бэкап у нас небольшой тут. Я не думаю, что мы много времени потеряем. Да, до золотого сплита тут уже, конечно, как... Как до луны пешком. Поэтому сейчас мы будем терять время на этом сплите. И убийство чуваков прошло очень плохо, и... И с бустом накосячил. Что, возможный сплит, возможный сейф, вот он показывает, 18 секунд, это на самом деле у меня был... Очень чистый этот уровень, он у меня так очень редко получается. Окей. Я абсолютно не гонюсь сейчас за персональным рекордом, просто какой-то более-менее связанный ран. И мне бы было нормально. На самом деле даже есть броня сейчас, это крайне редко. Когда так случается, раз, два, три. Один буст. На самом деле нормально. Ну, не буст, а банихоп. На самом деле нормально. Убираем броню. Включаемся на 8-ball.
Фуф. Давайте будем надеяться, что этот файт пойдет нормально. Здесь вот часто получается, что не долетаешь. Мне надо идти вот в ту дверь. Сохраняюсь по ходу пьесы, потому что боюсь, что он может меня убить. Идет. Пять. Что-то как-то мне 5 не хватает в последнее время. 6 не хочу заряжать. ХП жалко. ХП на вес золота в последующих уровнях. Как видите, начать терять время на моих спринтах вполне реально. Это просто значит, что где-то будут уровни, которые у меня пошли не так хорошо. Что пока я, на самом деле, считаю, что этот ран идет очень успешно. Алло. Я надеюсь, он умер. А он не умер. Это тоже иногда не умирает. С 4 ракет. Что, на грани фантастики. СМД. Было время, что я на этом уровне 4 раза подряд делал золотой сплит. Времена уже не те. Кнопку не пропустил. Фейлище был. Упс. Накосячил. Надо было ботинки-то отключить перед сейф-хавером. Ну да ладно. Это лишь значит, что мы не сможем теперь сделать буст на следующем уровне. Ничего прям смертельного, но, конечно, немножко неприятно. Ботинка всего 3 заряда, поэтому если у нас что-то не вышло с ними, то... Вот они нам где еще нужны были. 4, 5... 6. И надеемся, что получится банихоп. Очень редко получается у меня. Окей. В конце получился дэш. 1, 2. Вот об этом я примерно говорил, что с 2 мы должны залетать. Попытки только.
Вероятно, на этом уровне я могу... А нет, не так уж много времени могу сохранить на этом уровне. Уф! Не долетел. Сейфхаверим в конце, чтобы урона не получить. Двигайся. Этого должно хватить. Ура. Игра не крашнулась. И очень хороший сплит до кучи. Ладно, пойдет. Я, кстати, наверное, до сих пор нет золотого сплита, где я долетаю до самого конца. Подберу патроны, хп. Алло. Фуф. Оставляем 8 патронов, потому что каждый Скарш Вориор требует именно 2. Все же будем надеяться, что мы с ними разберемся на одной только, на одном только флаке. Вот примерно так умирают мои раны в последнее время. Не от качества геймплея. Того, что мне везет. Я даже не сейвнулся там. Минус минута. Самое забавное, что когда я только начинал учить эту игру, любого рода геймкраши у меня не случались вообще никогда. Что мне подсказывает, что я могу сохранить больше, чем эту одну минуту? Давайте просто продолжим играть.
Уже цель у нас не PB, не мировой рекорд сейчас. Сказал минус, да, я хотел сказать плюс. Отстань. Отстань! Еще и тут время теперь потеряем. Что кто-то ублюдок. Пытаться более быстрые страты на следующем уровне в таком случае. Раз нам надо пытаться сохранять время. Начало было более чем оптимистичное. Все спиды потеряли. Но очень хорошо получилось. Мало того, что получили буст от титана. Кстати, вот этот титан мне не нравится, где сейчас ходит. Ха-ха-ха! А он тролль. Ты, алло, дядя. Здесь банихоп намного сложнее, чем в халфе, просто банально потому, что он здесь пиксель перфектный. Не пиксель, фрейм. В халфе-то там можно, это, как это правильно называется, это когда ты между прыжками пробел держишь. Буферить свой прыжок можно. Здесь так нельзя. Банни Хоуп. На бань не надейся, да сам не плашай, как говорится. Банни Хоуп, брат Тони Хоупа. Хороший скип, хороший сплит. Примерно на копеечную долю секунды мы только что голд сплит получили, да. На 0.2 секунды золотой сплит был. Нихо-хо. Куда улетела?
Дай мне. Всякий случай, если вдруг он лёг притворяться, докинем в него. Крайне херовый рикошет от того парня. Хпшечка. Чуть-чуть совсем времени потеряли. Доволен. Такой небольшой потери. Какой херовый буст получился. Я выстрелил в гору вместо того, чтобы выстрелить в пол. Из-за этого меня бустануло очень криво. Вот как-то, видимо, вот нет. Упс, это было слишком рано. Пошел вон. Ой, вот тут я могу 43 секунды сейвнуть. Первый значимый уровень. Я думаю, на самом деле, больших значимых мест, где сохранить время можно, у меня нет. Самое большее, что я... Окей. Прыжком. Алло! Открывай. Проверил, начала ли открываться дверь. Найс. Как всегда, вот в этот уголок. Классика. Я не уверен, как проверить то, что эта дверь начала открываться. Просто надеюсь на это. Это вот кислотная штука была моей любимой пушкой в мультиплеере. Найс. Как я и говорил, это несложный прыжок. Главное, чтобы игра не скрашилась. Удивительно, но на золотой сплит я уже не иду. Нет ведь? Хотя нет, еще могу идти. С этим дядей поаккуратнее надо быть. Очень хороший сплит. Банихопим. Как банихопим? Прыгаем. Сейчас обратно на 8-ball.
ждем, пока он где-то будет вот тут. Начинаем заряжать. Из угла стараемся выйти как можно быстрее. Сейблюсь я как можно чаще на случай, если вдруг шальной камень меня таки заломит. Переключаемся на снайперку. Очень хороший босс батл. Ну давай. Окей. Доверху. Опять же напоминаю, чувака мы того убили снайперкой, чтобы вот это заспавнилось. Включаемся на 8-ball. Снайперка нам больше не нужна. Начинаем заряжать. Очень хороший буст. Почти идеальный. Немножко накосячил в конце. Здесь можно ничего не менять, потому что в следующем уровне до буста нам стрелять не нужно. Чуть-чуть медленнее получилось, чем ранее. Времени потеряли. Прям щит не забываем. На самом деле стараемся не втыкаться в парней. Это такой жизненный совет, не только к спидрану применимый каппа. Буст отвратительный получился. Что поделаешь. Окей. Залетел даже. Первый раз видел, чтобы он с одного удара в сальтуху улетел. ХП много, давайте попробуем буститься здесь все же. Как раз то, о чем я говорил, то, что дверь закрыться может. Так. Троны для эйтбола мне не нужны. Запрыгиваем сюда, идем налево. Есть время подобрать патроны. Можно свапнуть оружие. Пробуем бустануться и здесь. Нормально. Кто-то меня задел. Придется так сделать. Отсюда направо. Я вроде как играю даже очень неплохо сегодня. Что-то все равно вот этот геймкраш мне прям... Все сплиты переломал. Если бы игра не крашнулась, мы бы сейчас в зеленых сплитах были. Потому что я там минуту впарил. Даже больше.
Он просто особо не тренит. В этом вся суть. Более это делает для себя и периодически... Мне кажется, он всегда может, но он периодически поднимает хайп. Это его такой стиль. Там весь чат потом на хайпах. Пиби-пиби. Пиби-то там такие. Сколько вот времени он ранит Хейл первый? Давно уже мог на уровне мирового рекорда быть. Он просто некоторые страты не учит, не практикует. Ну да ладно, стример он хороший. А, блин, не дэшнулся. Настя кошка. Не гуд. Блин, полностью промазал. Чё это такое? Золотой сплит, да ладно. Это был очень хороший левел, значит. Я хочу Зоида. Я пока еще не просираю, он просто начинает бежать в красных сплитах сразу. Это автоматическая настройка такая у лайфсплита. А, и тут время сохранили. Включаемся на амплифайер, пол. Если не получилось, то и тут сейчас потеряем тучу времени. Но вроде как все ок было. Он в какой-то момент как будто бы перестал получать урон, и я думал, он умер, а на самом деле нет.
постараемся не отхватить от этого чела. Найс, хороший сплит. Потихоньку выправляем нашу сплитовую ситуацию, которую создали не мы, опять же, а Game Crush. Абсолютно отвратительный. Ух! Чё-то я перестарался. Прохватил в конце сильно. Здесь мы время теряем только если... Нас чувак конкретно троллит перед лифтом. В экстренных случаях-то мы его сохранять должны. Я вот про этого вот чувака. Окей. Но, блин, времени мы все равно впарили до буя. Время. А-а-а, чуть-чуть не долетел. Удачно. Найс буст. Найс буст опять. Опять опять. Что за опять? Перелетел, все равно хорошо. Что же вы тут все делаете? Найс. Ребята, я погодите немножко без чата. Развлекайтесь. ХП хочу поберечь здесь. Полагаю, что у нас сейчас все решает следующий уровень и финальный босс. Ох, как не нравятся мне такие решатели. И этот сплит был очень хороший. Камон! Рандомная геометрия гранат, вывози. Все время забываю, куда здесь идти. Да, куда, блин?
Время терять будем. Уже, наверное, теряем. Да. И столько я не могу сохранить 100-500 минут на финальном боссе, мы уже тут не особо что-то сделаем. Нету вообще. Алло. Это очень плохо. Ты где? Копытилась. Но нет. Блин, а играл-то я неплохо на протяжении всего этого раунда. Что-то мне надо, видимо, играть еще лучше. Ну да ладно. В 50 минут уложились и ладно. Уф, блин, да. Если бы не геймкраш, мы бы поставили PB, потому что тут... Если минуту-то прибавить... Получится минус секунд 16, а то и получше. А, палец немножко болит. Сейчас секундочку и перейдем ко второй части сэмпая. Открываем expansion pack. Теперь у нас второй сэмпай. В дополнении у нас, помимо всего прочего, есть всякие ненужные катсцены. Но также есть много дополнительно нового оружия. В самом начале просто идем прямо, убираем пистолет. И первое из новых оружий — это пулемет. Его тоже подбираем. Ой, здесь надо было задышиться. Дышимся с холма. Подбираем броник. Заваливаемся сюда, стараемся дэшиться по туннелю. Первый уровень в основном просто дэш, у нас нет никаких оружий до бустов. Сама по себе локация очень длинная. Нам приходится сквозь все это пропрыгивать. Просто сайд дэшами. Особо ни на чем не останавливаясь. Я вот делаю вот этот круг мышью, он, в принципе, завершает один цикл, когда вы можете после одного дэша делать новый. Можно его не делать и просто как бы делать более резкое движение мышью. Кому как удобней. Вдоль гор здесь тоже никак не по
Не попрыгаешь, и я не уверен, что здесь можно как-то эффективно пересейфхаварить этот уровень. Но, кто знает, последнее может быть возможно, просто никто не проверял. Запрыгиваем в холм. Этот ран я буду проводить сразу в режиме такого сэмпая, сразу с обучающим раном, потому что он довольно, на самом деле, скучный в плане однородности геймплея, поэтому я просто постараюсь идти настолько быстро, насколько я могу, и стараться объяснять вообще все, что мы здесь делаем. Основные механики остаются теми же самыми. Единственное, добавляется одно новое оружие, которое нас действительно волнует, это гранатомет. Поскольку с ним мы можем не нажимать кнопки, видимо, да? Что с ним мы можем буститься. Нормальное начало серьезного рана. Пропустил кнопку, всрал 20 секунд. Убираем SMD. На всем кредит только подкатывается. Хаверимся наверх и прыгаем в колодец. Уф, тут вот эти вот 19 секунд уже может быть намного сложнее сохранить, на самом деле. Активируем переключатель, у нас нет ни флаг кэнона, ни флэров, ничего, чтобы не дать лифту остановиться. Просто зарезаем сюда, потом как-то так немножко мансуем этих чуваков, чтобы они с нами не полезли, переключаемся на пулемет. И стараемся как можно быстрее включить вот эти вот вещи. Потом уже можем ломать бочки. И собирать все, что в них валяется. Все, теперь просто долго-долго ждем, пока откроется эта дверь. Все кнопки, которые я нажимаю, остались тем же. Сейф на Е, загрузка на Q, прыжок на пробеле, Shift ходьба, я вообще не нажимаю Ctrl приседания. Переключение предметов на колесе, прыжки есть на колесике мыши. Можно уже переключиться на SMD. Нет, не можно, потому что надо сломать эти ящики. Я не подобрал гранатомет, он нам нужен. Блин, я жопу сел почесать. А тут никак себя не подкорректировать под водой. Просто плывем до конца туннеля. Надеемся, что нас не заблочит акула. Окей. Выплываем, плывем прямо. Налево. Скадеф. Сюда, в эту лунку. Это он куда более простой, чем Unreal. Куда более линейный и скучный в плане гранда, конечно. Что-то очень немного трюков. Очень долгая начальная секция игры, где просто ничего не происходит. Не спрашивай VR у бота, бот не знает. VR... Аки 20 сколько-то минуток. Не скажу бай кто. Запрыгиваем. Входим в дом, входим в подвал. А стараемся не застрять. Идем мимо всех этих пауков. Сюда. Запрыгиваем. И стараемся запрыгнуть. И перепрыгнуть. И аптечечка есть. Можем свапаться на гранатомет, потому что...
Что ж, тут нам больше ничего не надо. И дышимся. В этом уровне мы пытаемся уже буститься с гранатомета. Бусты с гранатомета делаются довольно просто. Кидается граната, при моменте перепрыгивания через нее она взрывается. Уф, правая кнопка кидается, не левая, потому что правую ты взрываешь сам. Ну, не очень получилось, но что-то какая-то скорость вон идет. Более-менее. Ой-ой-ой, куда иду? Здесь подбираем пояс и запрыгиваем. Здесь довольно сложный буст идет. Окей, у меня получилось. Блин, и не сохранился наверху. Ой-ой-ой. Но это фейлище, конечно. А, блин, ну ладно. Идем до конца. И проваливаемся. Здесь, говорят, может часто крашиться игра. У меня этого ранее не случалось, не исключено, конечно, что когда-нибудь это произойдет, и я буду ненавидеть эту игру всей душой. Но, мало ли, пока не случалось. Нужно переключиться на... Вот здесь вот довольно странное место. Иногда просто сюда не проваливаешься. Естественно, провалиться надо. Простреливаем окно. Если надо, подбираем аптечку. На самом деле надо, так что давайте подберем. Подбираем эту штуку и далее не скипываем экоцена. By some miracle, the translight communication system on the Prometheus is still working. While I was exploring the comm center, I came across this exchange captured and recorded by the computers. New space warship UMS Bodega Bay. Prepared to take whatever steps are necessary to ensure the success of Operation Talon Hunter. Acknowledged. В основном этот ран очень скучно гайдить из-за первых 10 его минут. Потому что вторые 10 минут очень хороши, но первые 10 это просто коридорная беготня вперед. Привет, Лейтос. Understood, Starlight Base. We will dispose of prisoner 849 after Operation Talon Hunter has concluded. Bodega Bay, out. I've been betrayed. Why does this not surprise me? I should have known what to expect from those bastards. I guess all I can do is play out this hand. Recover the data cores, activate the ELT on the bridge, and then try to hijack the shuttle when they come to get me. It's a long shot, but it's all I've got. If I don't make it, and someone ever recovers this log, maybe the truth will get out. Момент, что у меня после марафона, который я устраивал в выходные, уже ужасно болят пальцы. Очень сильно болит тот, который нажимает пробел, а именно большой палец на левой руке. Прям ужасно. Не помню, что там за игра такая была, что прям убило мне пальчик, но... Блин, опять вот. Ей-богу. Раньше никогда таких спавнов не было. Если надо убить три волны этих пацанов... Уже появляются парни с ракетницей. Блин, чё ж ты не умрёшь-то никак? Опять магия какая-то. На самом деле не знаю, считается ли, если он туда вниз упал. Что мне с ним делать теперь? Он умер. Алло. А, ну вот. Игру переконтузило. Ни
хорошо, когда так случается, старайтесь, чтобы эти парни вниз у вас не сваливались, конечно. С очень много времени теряем из-за этого. Только из-за этого. Да, ну тут уже шансы какого-либо персонального рекорда ноль. Ну да ладно. Просто продолжаем. Мы играем за бабу? Да, мы играем за бабу. Погоди, чё, Кэрри Фишер умерла? Чё, реально? Да ладно. Мало. Стараемся буститься в холм, но, естественно, это не всегда получается. Так-то немного. Но им теперь придется, как в этом, в Изгое один делать компьютерных персонажей, значит, в следующих Звездных войнах, где она участвует. Здесь просто сейф-хаверим через эту яму. Заходим сюда. Теперь заходим сюда. Такой храм с ловушками, здесь просто надо аккуратненько. Да не то, что дезморальнулся, просто печальненько. Я же не настолько прям фанат ЗВ, но... Ну да. Так, чё у меня по флаг Кэнону? Ничего нет у меня по флаг Кэнону. Надо переключиться на флэеры, значит, потому что дальше будет лифт. Там меня могут затроллибасить. Бегаем. Активируем лифт, подбираем патрики. Кидаем флеер. И улетаем от этих парней. И сюда. Много очень в дополнении уровней, которые сами по себе долгие, но на деле очень быстро проходятся, как то вот этот. Давайте, наверное, еще одну можем дать. А, блин, ладно. Все, просто продолжаем хопить. Здесь ровная поверхность, можно один сайд-дэш. И нам просто вот туда надо. Идем налево. Тут подбираем броню, стреляем туда. Раз, два. Раз, два. На самом деле одной хватило бы, не знаю, зачем я зарядил две. Идем сюда. Поднимаемся на лифте, собираем хпшечку. Продолжаем наше движение. Вставляем эйтбол, не переключаем ни на что. Здесь стараемся не замеситься. После вот этого прыжка надо постараться сбанихопить, но если, естественно, перед нами прям вот так встает чувак, то ничего не сделать. Сюда. Раз, два.
3. Немножко криво все получилось. Нажимаем переключатель. Идем вниз, собираем флаг. Ждем, пока эта фигня ломается. Стараемся, чтобы меня не заблочило. Тут еще игра трясется, поэтому сложно попасть. Ну, скул всякий ранишь. Да нет, у нас так получается. Я бы не прочь что-нибудь свеженькое поранить. Я пытался начать ранить новый дум, но учитывая, что у меня комп не тянет 120 фпсов, то я не знаю, буду ли я еще пытаться. По крайней мере, до того, как обновлю комп. А без 120 фпсов делать там нечего. Ай-яй-яй, крабы, не трогайте меня. Идем сюда, падаем в дырку. Теперь идем налево, можем переключиться на SMD, потому что надо будет делать буст вскоре. Просто продолжаем двигаться налево. Бегаем мимо крабов. Здесь вот бустимся, нам надо задеть стенку трубы. И мы на самом деле заденем триггер, который мы сейчас совсем затрагивать не должны. И далее просто пробегаем. Сюда откроется. Эта дверь иногда троллебасит и не хочет открываться. Поднимаемся на лифте, стараемся выпрыгивать немножко пораньше, поскольку лифт, движущийся вверх, придает нам немножко ускорения. Есть флаг, если вы вдруг подобрали оружие. Открываем люк. Марио Раннер. Делать мне больше нечего. Далее бежим сюда. ХП у меня не самое лучшее. Подвести нужно, ты про что, Литос? А, в псов, ну ладно. Ну, тем более. Я забыл, что я просто продумываю. Ну, 200 еще лучше, у меня за 60 еле переваливает. Как бы. О чем речь? Немного теряем и на этом уровне в том числе. Опять дверь, которая не хочет открываться. Включаемся на эйтбол. Раз, два. Чтобы делать рейлбустинг. Очень плохой буст получился. Вау! Вау! Серьезно вообще? Я просто перезапущу. Больше 5 FPS глаз не воспринимает, что скажи. Триггери меня тут. Чем я прыжок жму? Если бы глаз этого не воспринимал, то банально, блин. Я просто бесит то, что об этом до сих пор кто-то говорит, когда банально, самое банальное доказательство, это, блин, гифка какая-нибудь тупейшая. Демонстрирует это лучше, чем что-либо еще. Да ладно. Продолжаем движение. Далее буст, поэтому если можем, заряжаем 8-ball чуть пораньше, чем я сделал.
Я немножко задумался и забылся о нем. Забыл, не забылся. Тут берем хп, если мало. Далее идем сюда. Спускаемся. Подбираем хп. Либо бустимся, либо сейфхаверим сюда. Нажимаем переключатель. Не подбираем броню, видимо. Стараемся, чтобы эти чуваки за нами не шли. Дышимся в сторону звука. А, блин. Звук это самый такой простой наш помощник в данной ситуации. Поднимаемся, стараемся не удариться головой о лифт. Бустимся. Опять же, пытаемся понихопить хотя бы чуть-чуть. Что это такое? Броня. Заряжаем гранаты. Осторожно, очень громко. В этом и в следующем уровне. Что они перемудрили с эффектами эхо. Вау! Он только что проскользил мимо всех моих гранат. Вот этот чемпион. Алло? Слышал, как ты умер. И как только он умирает, спрыгиваем, естественно, в ту вот яму. Два, три, четыре. Дышимся, бустимся. Стараемся зарекавериться лучше. Два, три. Дышимся. У меня уже хп немного, я больше питаться не буду. Вот здесь только. Аккуратно стараемся не умереть здесь. Иногда получается так, что эта кнопка не нажимается. Это очень грустный момент. Ничего не поделаешь. И теперь здесь... На самом деле хп немного, поэтому один буст всего. По-хорошему надо делать два и досейвивать то, что осталось. Давайте... Он надеется, что меня не убьют здесь моментально. Переключаемся на 8-ball, убираем хп, заряжаем раз. Ух ты. Чё-то у меня патронов больше нет. Раз, два, значит, заряжаем. Чё? Значит, я где-то перестарался по прошлом уровне. Надо заряжать 5 здесь или 4, в зависимости от того, сколько хп есть, и перелетать вот до сюда. Ну, а потом здесь делается вот так. И до сейфхавля. Дай сейф хавервоем до сюда. Возможно, но я же с буста заходил. Если бы буст удался, получилось бы лучше. Но я спрыгнул очень рано. В принципе, вот и все. Поэтому какую-то переигровку сейчас проводить не буду. Тут как таковой сэмпай не нужен, потому что трюки все те же. Суть в том, что надо запомнить просто маршрут. 25-10 это такое неплохое время. На самом деле надо делать лучше. Порядка 23 минут нужно, да. Мне. У меня рекорд 22 с копейками, мировой рекорд. Он не шибко быстрее, если честно. Дайте мне проверить. Мне аж интересно стало. Тут напали. Рекорд 20. 27.
А, уже есть load removal у нас, да. У меня 20.49, то есть 2 минуты. Еще можно срезать. В принципе, и все. Спасибо всем, кто нас сегодня смотрел. Напоминаю, что у нас по расписанию завтра будет сэмпай по третьему сэму, который будет проводить Лодзи. Послезавтра будет какой-то казуальный стрим. Потом еще один стрим со спидранами. И потом в новом году уже, начиная с 8 числа. Я не знаю, что будет до 8 числа, какая будет программа на стриме. Но с 8 числа по 15 будет проходить рестрим HDQ, на котором я в том числе буду присутствовать, лайв в студии. В студию к нам, скорее всего, в этот раз попасть не получится, потому что проходить будет не в ГЛХФ, но в самом этом, я думаю, скажут уже в другой раз. Спасибо всем, кто смотрел, подписывайтесь на мой канал, и хорошего дня!